Эссен защита против британских сил. Нет, мы ж за вот этих ребят играем, да? Четыре позиции, они вынуждены нападать. Я не знаю, я, наверное, возьму даже активного инженера для начала. И посмотрим, что они смогут противопоставить. Так. Статуя великолепнейшая просто. А, ну, джетпак здесь в кафетерии, да? Не знаю. Рудольф Шмидтке. Это сидим, ждем, ожидаем, пока они прилетят. Можно минировать сразу защиту. О, летят уже, посмотрите. Можно, да, чуть-чуть из винтовки. Сильно это не поможет. Они будут высаживаться, очевидно. Сейчас полетит десант. Вот он полетел уже, собственно. Один из них разбился. Так, а вот этот вот молодой человек очень решительно настроен, готов. Это снайпер был местный. Так, будут забирать позиции, надо бы танк какой-то взять. Не-не-не, давай тут засядем, закрепимся. Вот этому я влепил. Второй по мне сейчас выстрелит. Сняли главную позицию, не очень хорошо, честно говоря. А, это наши, господи, ты боже мой. Вот же британец. Британца завалил. Захватили они сразу нашу главную базу. Мартин Шмидт, вот тут один бежит, посмотрите. Что сзади? Сзади наши. Начинается путаница небольшая. Я неужели своего кого-то завалил? Мне только трех противников завалил. Бежим. С одной стороны надо бежать, да, надо бежать сюда. Потому что мы вернули позицию, но вот они тут высаживаются в реку. Интересно, я когда играл за британцев, по-другому было, потому что мы на первые позиции нападали. Заменить патроны нужно. Ну, тут важно, чтобы бриташки не захватили нашу технику. Вот это такой первый момент. Второй момент. Это наш. Позиционный. Слушайте, влепил мне кто-то. Не могу понять, кто. Граната меня завалил. Ну и забрали они нашу точку. Спавнимся где-то здесь. Не знаю. Давай штурмовика возьмем. Не, они тут проиграют, судя по всему. Что тут у нас? Дерк Лоув, Великий Лев. Я не знаю, брать ли джетпак, времени нет на это. О, уже тут и высаживаются. В достаточно приличных количествах. Так, одного я подстрелил, но до конца не завалил. Это наш. Один побежал куда-то на боковую. Шмидтке, давай стреляй их, потому что тут сейчас непонятно кто где, разброд большой по карте пошел. Они снимают первую позицию нам, надо забрать танк. Это наши все. А танк вот этот подорван или нет? Ну, нормально себя чувствует, разворачиваюсь. Они сразу две позиции захватили. Но тут мы будем бегать по карте и отбиваться. Что кардинально меняет геймплей. Наши бегут, сейчас я заеду на позицию. Главное своего снайпера не раздавить. Я чуть-чуть застрял. Наши боты чуть-чуть тупят, потому что они. Сейчас нашего раздавлю. Не, забрали позицию. Иногда боты возле флага бегают и не захватывают его обратно. Вот в этом проблема. А, тут один. Это наш? Это наш. О, поприлетали, повысаживались, посмотрите. Ну, гранаты летят, як мои буты, слышишь? Этот с базухой, кстати, влепил мне, а этот в космос отправился. Хорошо. Очень непонятно, кто где. Кто свой, кто чужой. Вот этого подавил. Так. Ну, позиция вне опасности. Летит следующий самолет. Давай на опережение чуть-чуть дадим. Но я его так не уничтожу. Сейчас он опять будет высаживать силы. Еще проблематика в том, что я по своим же буду стрелять. О, летят уже, посмотрите, британцы. О, мне дали. Сильно причем. По-моему, своего застрелил. Так, точка наша. Подождите, сейчас не надо спешить. Вот этого стреляю. Вот этого стреляю. Этот бежит, меня не видит. Я тут один или нет? Тут еще один. Патроны. Из Вальтера стреляю. Гранату надо бросать незамедлительно просто. Граната полетела. Забираю кит медика британского. Трофейное оружие подхватил. Сейчас позиция будет наша. Вот тут только один крадется. Из пистолета застрелил меня из Брена, из Light Machine Gun. Попроще происходит, чем штурмовать. Все-таки у нас все точки сразу, но все может измениться в последний момент. Я не вижу, где британец.
Его кто-то из наших уже поджал. Но они будут постоянно высаживаться. Постоянно. А, вот еще британец. Надо меньше мне путать, кто свой, кто чужой. Аккуратно, то есть надо смотреть. И они захватили позицию. Что не есть хорошо. Наши сидят. Прорывать туда? И может на танке даже надо прорывать. Попробуем это сделать. Беру танк. Сразу, наверное, второй переулок берем. Потому что они теперь собаки будут спавниться на нашей базе. Это очень плохо. Они будут иметь доступ к самому крутому вооружению. Собственно, вот это уже происходит. Нафига получите, ребята, что вы тут устроили, а? Слушайте, Гитлер будет очень недоволен, потому что они посмели захватить оборудование казенное. Секретное оружие Рейха разработки. Стреляю как-то. Что-то все в дыму. Кто-то бомбит, не по... А, это может мой танк дымится? Нет, это кто-то бомбит просто. Тут еще у нас на базе огромная ракета есть невероятная. Если они ее начнут запускать... Вот, посмотрите, они уже наш танк захватили, вот этот крутой. Штурм Тигер. Штурм Тайгер. Но я пока что на танке держу это все. Но у меня танк не железный, понимаете? Так, отступай, Кристофен, отступай оттуда. Он сейчас по мне выстрелит. Ну что, это не может нормально навестись. Сейчас я еще раз выстрелю. Надо вообще-то в бочину стрелять. Ох, неплохо он из штурм Тайгера выстрелил. Они пока что вот на вот этой позиции закрепились. Хорошо. Здесь у нас антилетающая штука. То есть антиэйр. Тут наши нападения. Я не понимаю, кто по мне стреляет. Очень большой. А, здесь прямо в тылу, посмотрите. Тогда мы на вот этой позиции высадимся. Не, мы тут еще проиграем. Я вообще не понимаю, кто свой, кто чужой. Форма такая одинаковая. Давай зафлангуем. Наверное. Эрик Картман бежит. Ему это полезно, потому что... Худеть немножко. Не, наши... Вот здесь позицию мы держим, потому что вот он. Наш щит защиты. Какой же графон тут еще классный, все-таки еще хотел еще сказать. Это наши, непонятно кто где. Противник впереди. Я могу смело взять вот эту танкетку, это наш. Но из этой танкетки как бы надо работать по воздушным целям. Но никто не мешает... Ох, ракетный снаряд летит. Никто не мешает ее вот здесь поставить сбоку, развернуть. И туда просто давить. Не, мешают, потому что из танков стреляют очень хорошо. Тут очень еще чем классный Эссен карта, тем, что очень разные... есть эти, как их назвать, как сказать правильно, ну... Можно во фланг заходить из переулка, ну, как-то так. Сюда вот так летит, например. Танк очень мощный, еще гранату туда дам. Наверное, еще одну перезаряжу... ракетницу. Но и они бегут потихоньку. Они еще отсюда бежут, убегут. Уже следующий выехал. Надо бы, наверное, взять инженера дорогу заминировать, чтобы они не могли тут выезжать просто. Понимаете? Сейчас неплохо полетело. Так, Робертсон что-то там... Вот неплохо мне снайпер Гарри Росботном мне влепил, слышишь? Из N4 Энфилда. Давай мы берем инженера. Наши что-то сидят. Вперед в атаку. Позицион в опасности просто. Не буду уже фланговать. Нет, на это время. Мне нужно просто забрать флаг. Потому что наши что-то тормозят с этим. Неплохой выстрел. Интересно, кто это сделал. Это наш какой-то предатель. В наших рядах предатель. Надо бы его выявить, слышишь? Уже все точки у нас забирают. Отвратительно просто все. Это наш, это наш. Это мы вернули себе. Это все наши. Значит, бежим на вот эту. Мне нужно карту как-то развернуть. Я хотел заминировать местность. Тут уже бежит британец, получает. Пулемет есть, слышишь? Что ты думаешь, мы тебя пропустим? С пулемета можно туда неплохо подавить. Времени на это нет, надо забирать, потому что все позиции. Вот тут британцы одну забрали. Защита очень активна, мне очень нравится. Слушайте, очень-очень сложно достаточно даже. Тут можно залечиться, но приоритетнее залечиться, чтобы я мог выжить. Заменить патроны. Чуть-чуть подлечился, сейчас флаг заберем. Так. Проблема в том, что мне в спину сейчас кто-то может заспавниться. Аккуратно вылажу в переулок.
Флаг не снимается, значит, тут кто-то снялся флаг. Все, больше тут никто из британских сил не заспавнится, не посмеет. Выстрел! Выстрел! Так. Ох, неплохо мне влип... из шотгана на таком расстоянии. Отлично Кенни Симпсон стреляет. Они хотят забрать эту позицию обратно. Я успею ли заспавниться? Я надеюсь, что да. Я успел заспавниться. Кенни Симпсон. Кенни Симпсон улетит граната сразу. Так. Еще одна летит, потому что я видел еще там силы британские. Кенни Симпсон готов. Он мертв просто. И здесь еще кто-то может быть. Флаг опять пытаюсь возвысить наш. Никого не вижу из противника, а гранат у меня уже нету. Что могу сделать? Могу пополнение взять. Флаг наш? Наш, отлично. Пополняю патроны. Одна, две, давай третью. Третья пошла. Опять забрали южную точку, но времени уже нету. Базуки есть какие-то. Я тут дорогу хотел заминировать. Придется базуку брать. Так, полетела, например. Граната тоже полетела. Вернуть свой кит. Это наш. Плохо дело говорит, слышишь, там юг уже захватили. Что я могу поделать? Я вынужден лечиться, иначе... Иначе никак. Ну, чуть-чуть подлечился. Бегу на южную позицию. На северной танке просто, ничего не сделаешь с этим. Этого завалил, это Шмидтки наш. О, тут летит снаряд. И они... Десант продолжается. Так, интересно, кто тут у нас захватчик. Вот они бегут там. Сразу граната летит. Тут позиция еще наша. Граната пошла. Городские бои тут полным ходом, ребята. Посмотрите. Очень круто. Британец мерзкий завалил меня из Брена все-таки. Брен на Брен была схватка. Наши, наверное, южную заберут. Давай я все-таки возьму инженера. Попытаюсь первоначальный свой замысел осуществить. А именно продавить вот здесь дорогу, заминировать. Но это будет очень трудно. Потому что их тут просто куча. Мэтт Стэнли. Еще снайпер какой-то. Ролф. Он выжил, кстати. Вот этого надо снять. Так. Вот этого надо снять. Он меня засек уже. Меня засек. Вот бы его выманить сюда. Тут еще один британец лежит. Залегаю на пузо. Ох, промазал как, а? Вот этому можно дать. Под танк, не знаю, успею ли, пытаюсь. С миной проникаю, ложу мину прямо под него. Иритируюсь. Граната еще есть. Вроде бы подорвался танк, не знаю. Я флангую, пытаюсь, по крайней мере. Меняю еще патроны. Что здесь у нас? Здесь вот этому можно дать. Сейчас, если этот танк здоровый выстрелит, мне ничего он не сделает. Выстрелил! Джозеф Волкер. Хорош. Смотрите, как он встал боком. Опять южную позицию захватили. Надо прорывать это все. Эрик Картман будет прорывать. На-ка, получи сюда, слышишь? Наши тоже прорывают. Выжил еще или нет, непонятно. Надо мины как-то тут поставить. Пытаюсь пройти. У меня еще есть... Кстати, бомба есть еще. Гранату. Оп. Сейчас кое-кто в космос отправится. Не-не-не-не-не-не-не! Быстрее! А не получилось быстрее. Странно, что граната не сработала, только одного завалил. Давай опять южную попытаемся забрать, потому что тут трудно, тут нужен танк нам все-таки. А он, собственно, есть. Почему он простаивает? Интересный вопрос. Мы на нем и северную можем взять. Мы сейчас из переулка выйдем, разверну башню. Так. Это наши. Вот здесь сейчас мы заедем. Нате, получите, бриташки. И вот этому танку можно в бочину засандалить неплохо. Видите, он сразу поехал вперед, потому что чувствует, что кто-то тут что-то знает немножко о флангах. Правда, мне могут ракеты лететь теперь. Сейчас мы ему дадим в бочину. Они еще при этом, посмотрите, высаживаются потихоньку, десантируются. Этот танк я взорвал. О, меня обстреливают с самолета. Все, в дыму ничего не понятно. Стреляю. Пытаюсь уехать за угол, не понимаю, что происходит. Из вот этой пушки меня обстреливают. Ну, я тут отдал немного. Еще сюда, сюда. Этот готов, вот этот. Этот готов. Вот этот надо подавить, он будет по мне стрелять, наверное. Да крадутся прямо под меня мины, хотят инженеры, наверное, ложить. Так. Сейчас мы туда отправим. Взорвал Эрик Картман сегодня, просто не подражаем.
слышишь? Но едет следующий уже танк. Эрик Картман не успеет ничего сделать. Мне бы вот такой здоровый захватить. Но он медленный, правда. Интересно, он будет на меня разворачиваться? Он на меня разворачивается. Мне один выстрел нужен, чтобы погибнуть просто. Тут еще один. Это наш. Может, это инженер, который меня лечит? Не знаю, кто это был, но я из танка высаживаюсь. Как он еще жив? Еще можно его починить. Рудольф, не надо туда ехать, потому что я не починил еще танк. Я постоянно, когда в танке забываю, слишком сильно увлекаюсь, забываю, что я сам инженер. Допустим, танк я починил. Винтовка заряжена, граната есть. Британцы тут пришли уже со своим танком. Выжил, что ли, да? Еще сюда еще метаю гранату. Взрыв. Британца завалил, мне кто-то дал. Да кто стреляет? А, нас бомбят просто. Или сзади кто-то стреляет, непонятно. Готовлю мину, где танк? Танк уехал. Уезжает, вернее. Снайпер меня застрелил. Сложно. Вровень идем. Посмотрите, ребята, что происходит. Давай заднюю позицию заберем. Есть тем более мотоцикл. Тут надо очень активно действовать. А я ленивый такой. Эрик Картман разленился, потому что KFC не поел сегодня. Так. Еду на позицию. Меня развернуло очень сильно. Было круто. Видите, позицию никто не забирает обратно. А тут противника даже нету. Не, кто-то есть, кто-то присутствует. Тут бежит. Хендерсон получает. Так, Квентин Фрэнсис получает. Мюррей Сомс получает. Вот теперь наконец-то видно имена. И на меня едет уже противник. Давай гранату туда дадим. Позицион гезикт. Еще одну сюда. И британцы опять высаживаются. Посмотрите, они не заканчиваются. Они просто не заканчиваются. И штурм Тайгера прилетело. Но я с собой забрал какую-то часть британцев. И я забрал наш флаг. Что теперь делаем? Теперь на фланговой позиции. Эрик Картман ведет фланговую войну. Сейчас мы подрывем еще вот этот танк. Готовлю мину. Положил. Взорвал. Пытаюсь уйти. Не уйду. Ушел и выстрелил, еще промахнулся. Может быть. Надо новые мины готовить. Что там происходит, непонятно. Боковую уже забрали позицию. Из шотгана меня кто-то застрелил. Паул Хендл. Слушайте, я подыхаю просто капец за немцев. На вот этой позиции... Не, все позиции наши. Спокойно. Надо спокойно. Штурмовика берем. Это наш... Это Рудольф. Сегодня Рудольф, слушайте, хочет особенное внимание получить после прошлой серии, когда он подталкивал, да? Рудольф, сейчас не выпендривайся, потому что надо бить бриташек и гранату метать. Опа, Рудольф, не ломись туда, я же бросил гранату. Рудольф? Рудольф выжил? На танк наплевать, он не развернется на меня. А вот эти ребята представляют опасность все-таки. Он уже меня обстреливает, посмотрите. Вот этот танк может стрелять только вперед. То есть на него наплевать. Можно с ним совладать. Ох, неплохо, из фланг панцера мне дали. Кенни Симпсон. Надо на вот этой позиции или на вот этой. На вот этой плохой танк. И вот. А вот пост, а что ты не говоришь? Что, я как будто не вижу, что все плохо. Беру вновь танк, да, южный отпост забрали. Но я уже могу... Тут развернуться хотя бы, вот сюда дать, например, в бочину флангануть. Я застрял почему-то, не могу развернуться. Мне бы сейчас подлечиться. Это наши, давай мы починим танк. Очень большая активность, несмотря на 22 против 26. Я пока чиню танк, мне вполне вероятно может прилететь какая-то ракета. 106 билетов, маловато, надо их сейчас стрелять, потому что мы, очевидно... ничего другого не сделаем. Их надо просто пачками настрелять, чтобы победить. Тут ракетометчик уже выходит. Получает. А мы танк обстреливаем. Нам не надо этот танк стрелять. Нам надо... А хотя можно, он загорелся и все. Ничего они не сделают уже. Этот готов. Этот готов. На мосту они, да? Да, на мосту. Выезжаю опасно, потому что не вижу ничего. Следующий танк едет. Хорошо, получает, например. Кого-то мы раздавили. Стреляю туда. Так, самолет кто-то из наших сбил. Меня обстреливают. Не понимаю, кто. Может, с параллельной улицы.
Нет, с параллельной улицы только наши. Разворачиваю башню, сейчас надо активнее. Вот этот полетел, господи. Что началось? Из пулемета давай туда, Рудольф, надо их бить. Потому что... Сейчас пошел счет на билеты просто. Пошел счет на... Посмотрите за то, как они залетают в космос. Здоровый танк выезжает. Штурм-тигер. Штурм-тайгер на нас. Один прямо пытается... Он выстрелил по мне, но он не попал. Очевидно, он не может развернуться. Мне на него наплевать. Мне надо сейчас настрелять британцев побольше, чтобы победить. Ну, по нему тоже можно засандалить. У меня заканчиваются снаряды. Наши побежали, посмотрите, самоотверженно. Рейнхард побежал. Я выезжаю, пытаюсь развернуть танк. А я тут не выйду на пополнение. Не очень хорошо. Хорошо, я развернусь туда, еще дам пару снарядов. И тут смогу разве что заминировать. Но наши сейчас добьют, наверное, этот танк. Если они его добьют, я смогу туда прорваться. Или я туда еще пару снарядов дам. Вот как-то взорвали. Последний снаряд. И там еще один танк. Британец бежит. Все, хватит тут ерундой заниматься. Беру гранатомет. Засылаю. Этого застрелил. Меняю. О, я там кого-то положил. Слушайте, ребята, еще гранату засылаю. Нужно вброд пересекать рету. Verboten! В какой-то из игр было, по-моему, Verboten, когда мы катали в прошлой, в какой-то про... А, в этой, господи, в Call of Duty было. Что-то там было тоже Verboten, они кричали причем при этом. Слушайте, вот эта траншейная граната очень крутая. Наши едут вперед. Я могу танк починить. Могу тут пострелять. Сейчас, потому что серьезная заваруха. Граната прилетела. Да, убили гранатой. Я полетел аж в реку. Очень, очень экшонистая защита. Мне нравится играть защиту. Давай тут опять инженером высаживаемся. Что там дальше? Это кто? О, Брайан, посмотрите, ирландцы уже нападают. Причем снайпера. Ирландский снайпер. Кто еще? Кто на новенького? Я на передовой просто. Все наши на базе где-то тусуются. Это победа. Незначительная, но это победа. Эрик Картман, молодец просто. Ребята, давайте еще одну, может, катнем. Следующую, да? Ох, это Готик Лайн, это классический, классическое противостояние. Мне, пожалуйста, вот эти силы. Инженера, наверное, опять-таки, берем сразу танки, тут надо топить, тут надо топить. Какова диспозиция? У нас первые две точки поближе, нам надо их две захватить, тогда противник начнет терять билеты. Что по технике? А у нас только танки, у нас нет, я не хочу этот здоровый брать. У нас нет тут быстрого чего-то, и все наши высадились. Сели в танки и поехали. У нас нет мотоциклов на этой позиции. Я-то думаю, почему тут немцы проигрывали. Видите, ни одного мотоцикла, но мы вынуждены бежать. Что могу сделать? Да могу сразу пробежать, спуститься здесь на пузе, на позицию противника и попытаться ее заминировать. Вот только возникает вопрос, смогу ли я тут спуститься. Если я заминирую дорогу, то они не про... Они уже здесь. Вот они. Давай. Я попытаюсь, ребята. Не умри только, Картман, пожалуйста. Вот я, во-первых, возле точки. Точка меня сейчас не интересует. Меня интересует заминировать дорогу. Чтобы их техника не смогла ее пересечь. Их техника уже здесь. Бросаю мины. Рандомно. Сюда куда-то. И танк уже едет сюда. Я должен спрятаться в холмах, иначе я тут ничего больше не сделаю. Один взорвался на мине, давая путь танку. Так. Меня обстреливают из этого танка. Я должен заседать. Меня убили. ПАК-40. Из ПАК-40 кто-то застрял. Интересно, взорвал ли я танк? Да, ландмайн срабатывало. Теперь высаживаемся здесь. У нас только одна позиция. Что есть танки, ребята, чиниться. Мне надо ехать туда, надо ехать. Да, я сяду на первую. Штефан Шнайдер. Я давай сяду на первую позицию. Штефан Шнайдер не дает мне сесть на первую позицию. Поиграю пехоту тогда. Что делать? Это они первую позицию не взяли, зато взяли вторую. Америкосы, посмотрите на них. На дорогу выхожу, карту плохо знаю с позиции немцев. Надо не допустить, чтобы они... битва за мост будет. Я знаю, что надо делать. Надо вот эту башню захватывать. Что здесь могу сделать? Могу бомбу какую-то сбросить.
Я сюда могу проникнуть, слышишь? Они тут что-то не спешат. Они потому что, наверное, все застряли на своей позиции. В спину получаешь. Я тут опять заминирую. Так. И вы не пройдете? You shall not pass. Я еще флаг вам сниму. Мы еще гранату приготовим. А, у меня нет гранаты, мы тут за вермахт играем. Мы играем за обычный вермахт. Но я заминировал позицию, и причем снял им флаг. Так. Они захватили свою классическую. Я еще мины поставил. Билли Боб тут бежит сразу. Еще кто-то бежит. Выстрел. Наши танки там. Остались. Флаг. Ох, сзади. Снайпер. Ну все. Больше опций нет. То есть, разве что вот этого захватывать подлинненько. Ну, будем тут прорываться теперь. Пока что идем тоже вровень. Тут наш засел. Я могу прямо здесь спуститься. Неплохо к этой позиции. Тут танки. Что подлинненького можно сделать? Ничего тут не сделаешь, потому что летит уже. Бомбу туда разве что закинуть. Так, ну я никого этим маневром не убью. С холма бомбу можно сбрасывать. Полетело. Никого не завалил. Гранаты тут можно сбрасывать с холма, наверное. А позиция где их, не знаю. Но снайпер меня завалил. Мы начинаем терять билеты. Нам надо вот эту отбивать. А наши застряли на мосту. Ну, мы тут, наверное, продуем, ребята. Беру штурмовика. Вот этот сидит на пулемете, ничего не делает. Так, там бегут, например, сюда гранату. Например, сюда гранату. Кого-то завалил. Тут их куча просто. Этого завалил. Тут танк, он меня не видит еще, они бегут. Я, короче, в тыл залажу. Спокойно. Хе-хе-хе, они меня даже не видят. Сейчас надо к флагу прорваться. Снайпер прорвался на меня. Заменить магазин надо успеть. Сейчас в спину мне как даст кто-то. Вот тут снайпер еще сидит. Лежит, вернее, готов. Этого застрелил. Этого не успел. Из базуки меня кто-то убил. Сбоку. Я не знаю, как тут прорывать. Тут надо разве что только на танке. Или вот эту позицию забрать, попытаться. Давайте сделаем это. Попробуем рейд сделать туда. Только вот была бы техника быстроходная. А у нас... О, у нас еще такая пушка есть, слышишь? Но отсюда она направлена как раз-таки на первую позицию американскую. Отсюда, возможно, можно пытаться сбить их технику. То есть отсюда их можно вот туда стрелять, да? Да, я по карте посмотрю. Ну, я не знаю. Ты отсюда летишь. Вот это надо ее занимать, когда только карта начинается. Потому что так ты сильно не постреляешь. На пузе опять картман. Катится. Вижу позицию. Картман погиб, посмотрите, да. Тут не везде можно будет, значит, такой маневр делать. Тут танк бесхозный вражеский. У нас один танк есть. Я беру инженера, наверное, попытаюсь его взять. Это нормальный наш. Обычный. Но мы теряем билеты, понимаете? Слушайте, может тут на танке можно к ним на позицию прорваться? Это было бы неплохо. Сейчас попытаюсь это сделать. А только я в каньон выезжаю, ребята. Выезжаю в каньон, впереди город. Тут бы с холма, представляете, на позицию к ним ворваться и в тыл ударить. Вот это было бы круто. Ну попробуем, надо пробовать всякие разные штуки. Интересные. Так. Тень такая от танка. И он выдерживает это все, посмотрите. И сейчас мы снимем им позицию, ударим в тыл. Отлично. Еще туда я засандалю. Куда ты бежишь, Варгес, слышишь? О, мне летит с такого расстояния, ничего себе. Интересно, кто меня обстреливает, что меня так видят. Может, там пушка какая-то стоит? Они начинают попадать. Неплохо. Варгес наводчик, очевидно, да? Его надо снять. Я его не завалил даже. Так, вот теперь Эндрю Варгас, действительно. Но я не знаю, вред я тут наношу нашим или пользу, потому что я не понимаю, честно говоря, кто по мне стреляет. Но флаг я снять не могу почему-то. Сейчас мы развернем танк.
Тут вражеский танк противника. Я по нему дал и опять-таки разворачиваюсь. Вот почему я не могу снять флаг, потому что тут противник. Он заедет или здесь, или где-то вот здесь. Где он там? Тут один бежит, этот готов. Сбоку мне заезжает, а я ему в бочину тоже засандалю, пока он будет разворачиваться. Я маневреннее, потому что он выстрелил в молоко. Танковый бой у нас. Но он плотный, капец просто. Америкосы построили. В бочину, посмотрите, он только сейчас взорвется. Американцы захватили позицию при этом. Так, надо разворачиваться. Надо к ним на базу ехать, диверсию устраивать. Где, кстати, их база? Да их база очень далеко. По мне кто-то сандалит. Тут кто-то бежит. Диверсия вряд ли получится. Этого я завалил. По мне никто попасть не может. Тут снизу вот этот мешает мне танк взять. О, меня сейчас взорвут, мой танк. Взрывают. Что я добился? Ну, потратил время. Только. Давай на вот этой позиции, наверное. Или вот эту задавить. Не, они забрали ее обратно. Мы тут, видите, немцы тут очень сильно терпят, конечно. Давай с холма посмотрим. Кто тут у нас? Однако получи... Сразу по мне стреляют, да? Получи сюда. Я в текстуру, очевидно, стреляю. Не, в одного попал. Как бы тут забрать этот флаг? Да их там такая куча, что не знаю, что делать. Одного завалил. Ну, так и просится туда напасть, понимаете? Так и просится туда напасть. Я получил сильно. Я пытаюсь хоть что-то заминировать. Две мины бросил и все. Тут надо брать какого-то штурмовика. Чисто через гранаты прорываться. Вот сюда. Пулемет есть. Бросаю гранату. Тут же мне по мне стреляет кто-то. Акупунктура просто. Вот на. А, вот эту пушку уже подрывали. Наши танки, да, горят. Сложно. Вот из этих гаубиц по мне били. Сейчас мы им отомстим, во-первых. Только я не вижу, чтобы тут кто-то был. Но бежит уже. Получает. Интересно. Джон Джонсон там запускает ракету. Я не знаю, я выжил каким-то чудом. Во вторую гаубицу я не наведусь. Но Джонсона надо застрелить. Мне повезло. А Джонсон живучий достаточно. Вот тут сколько их. Господи. Меняю патроны. Так, оттуда могут идти. Я вот тут еще один готов. И по мне еще кто-то стреляет. Непонятно откуда. Танк едет уже. Сейчас танк надо не допустить сюда. Но их много достаточно. Этого завалил. Сейчас танк мы... Мы теперь вот я там был, и они из гаубиц меня обстреливали. Сейчас мы этот танк попытаем... О, надо наводиться, ребята. Надо хорошо наводиться. Я не попадаю. А выше давай возьмем. А он быстрый. Меня по мне стреляет кто-то, надо выходить из гаубицы. Сюда ракеты летят уже. О, прилетело. Ох, тут здоровый летит. Да, мне капец. Как же тут сложно. Тут один танк бесхозный, это наши. Но наши не могут продавить, ничего абсолютно. Ну вот сюда надо нападать. Нужна командная игра. Тут пушка восстановилась. А от нее толку не особо много. Сейчас залягу на пузо, посмотрим, что сверху. Вот танк поехал. Ракетница. Может, от меня было бы больше толку на мосту, я не знаю. Тут еще один танк поехал. Пропустим их. Аккуратно здесь спустимся. На живот падаю опять. Так. Меня не должны увидеть. Я, правда, сейчас без танка. Меня могут тут убить очень просто. Если из гаубицы по мне запустят. Но я, например, закрепился. Сейчас я флаг сниму, пожертвую своей жизнью. Потом надо снять второй. Снятием билетов. Что ты будешь делать? Ничего ты не сделаешь. Бросаю две гранаты на всякий случай. Я снял здесь позицию. Отлично. К ним на базу не имеет, наверное, смысла. Потому что туда пилить очень долго. А держать позицию я тоже не могу пехотным. Они теряют билеты. Возможно, имеет смысл держать позицию. Кто-то бросил танк впереди. Это ошибка. Но я не знаю, добегу ли я до него. Эрик Картман втопил
Ребята, он бежит, как никогда не бежал, потому что если я захвачу сейчас вражеский вот этот танк, брошенный кем-то из пехоты противника, не знаю, почему они это сделали, но это будет прорыв Картмана. Танк целёхонек. А, он застрял просто, не мог выехать на холм. Танк медленный, дай боже просто. Тут только такие патроны. Что делать? Разворачиваться, уничтожать им технику. Ударить в спину. Картман бьет в спину. Вот по вот этой штуке надо засандалить. Не могу развернуть, потому что очень жесткий танк долго разворачивается. Разворачиваюсь. Ребята, сейчас вы получите мне вот тут. Куда ты гранату кидаешь? Как же медленно перезаряжается он, господи. Танк вообще ни о чем. Давай я выйду. А у меня нет гранат. Я зайду. О, запустили в космос. Мне летит, правда, в лицо просто. Сейчас мы тут прорвем все. Меня уничтожат, судя по всему, да? Я брошу этот танк. Падаю на пузо. И меня убили. Но у меня опции тут не было. Надо было флаг забирать. Этот опять сняли. Надо здесь продавить. Давайте здесь пойдем, там, где мы шли за британцев, только с параллельной стороны. Вместе с нашими пойдем. Пока что билеты не сильно теряем. Гранат, жаль, нету. Тут, но тут наши танки уничтожают. Вот здесь этот здоровый. На-ка, получи, слышишь? Тебе даже из базуки можно дать. Можно было бы. Если бы она была заряжена. Она не хочет перезаряжаться. Слышишь, надо минировать, потому что они еще едут на нас. Едут на нас просто. Но этот танк неповоротливый очень. Он пехотинцу ничего не сделает. А вот пулеметчик сверху может что-то сделать. Кладу мину под него. Еще одну. Залегаю. Я делаю все, что в моих силах. Адольф, не надо там кричать в рацию. Ничего же не слышно. Текстура сейчас исчезнет. Я поэтому промазал. Сейчас, ребята, надо маневр делать. Ты получи сюда. Так, маневр пошел. Надо вот эту пушку занять там, потому что британцы, они нас обстреливают. Из пистолета, из Вальтера верного. Хорошо, застрелил. Наши танки едут там? Что, ничего не понятно. Я не понимаю, просто минировать или нет. Ребята, не надо туда стрелять из этой базуки. Надо его выманить. А мы его не выманим до тех пор, пока мы же ее не уничтожим, да? Очевидно, что да. Готическая линия очень трудно дается. Давай мы еще раз попытаемся забрать позицию штурмовиком только. Эрик Картман, полуфранцуз, полунемец, бежит пытаться забрать вот эту позицию первую. Тут танк, он тоже бесхозен. Эрик Картман сейчас разобьется. Эрик Картман выжил просто чудом. Удача сопутствовала ему. И он опять просто бежит невероятно быстро, чтобы забрать вот этот танк. Который не так уж и силен, но... Но он бесхозный, это танк противника. А танк противника это всегда плюс нам. Так, хорошо. Что, молодой человек, неплохо заспавнился, да? Кто мне так влепил? Мне кто-то влепил. Причем так прилично. Этот танк послабее. То есть его за два выстрела уничтожить. Я пытаюсь снять флаг. А, мне из гаубиц опять стреляют. Но я тут не выживу, судя по всему. Сейчас я еще один выстрел не переживу. Тут молодой человек был все это время. Это не из гаубиц стреляли. Он вышел, наверное, это, отлить или, не знаю, попить кока-колы. Позицион гезихт, слышишь? А ну я на вторую позицию сяду. Мы из этой штуки еще не стреляли. Давай максимальный навес. Посмотрим, куда они долетят. Я каждый раз снижаю. Тут один бежит на нас. Это повыше надо взять. Еще чуть-чуть повыше. Опа, меня уже обстреливают. Мы прицел... Да, послали парня с базукой. Загорелся? Не, не загорелся. Ты же видишь, что я вышел из танка. И ты готов. Кто-то или меня или прикрыл, или чудо свершилось господня. Не, господня чудо вряд ли. Тут меня кто-то прикрыл. Ну сейчас вот этот танк надо уничтожить, который сюда прибыл. Он загорелся уже. Готов. Отлично. Чудо господня. Это наш уже там.
чудо Господне, слушайте, мы тут еще победить можем, только надо не облажаться. А что надо сделать? А надо занять просто следующую позицию быстро или эту не отдать. Они пока теряют билеты, надо эту не отдать просто. Поэтому разворачиваюсь и буду... О, я чуть не погиб просто. Этого завалил. Сейчас мы тут их должны встречать, потому что они тут будут заезжать, да? А во, бегут уже, давай стреляй туда. Так, где-то там их база. Проклятая. Летит еще, я думаю, тут можно побеждать все-таки, только с помощью хитрого маневра. У них две позиции только, одна базовая, и вот если бы на базу еще мы туда закрепились к ним, было бы неплохо. Но так сидеть скучно, понимаешь? Тут еще Вильгельм Ульман. Не знаю, что он тут делает. Можно бросить танк. Вильгельм Ульман побежал. Были бы у меня какие-то гранаты, я бы тут все заминировал, например, саму точку, чтобы они не могли подойти. И был бы таков. Я думаю, надо для укрепления успеха захватывать, потому что наши застряли. Захватывать крайнюю позицию. Вильгельм будет пасти и нам доложит, если кто-то из них нападет. Тут начинается обстрел. Я не проеду, наверное. Кто-то потому что... А, это по Вильгельму кто-то дал. Я еду, из гаубиц по мне не бьют. Вот оттуда стреляют. Не, стреляют из гаубиц. Убили меня, блин, из ПАК-40. Я мог тут втащить. И я могу тут теперь заспавниться, слышишь, даже снайпером. И подстрелить негодяя. Опа, готов. Ох, летит! Зачетно прилетело. Инженера возьмем, все заминируем здесь. Все здесь заминируем, всю дорогу, чтобы сюда просто никто не мог из них приехать. Вот это, конечно, вот эти две карты отлично, очень мне нравится защиту играть. Вот немцы себя и раскрыли. Потому что у меня, когда за британцев играл, мне казалось, что очень они дисбалансированы. А здесь просто шикарно. Летит снаряд, я не выживу. Я выжил каким-то чудом, потому что ел много очень KFC, понимаете? Толстый очень наш персонаж. На тебе туда. Вот теперь я не выживу. Гарри Оуэнс стреляет из гаубицы. Откуда, как он меня видит? У меня только один вопрос. Тут танк появился, слышишь? Гарри, о, приезжает вражеский танк. И он не едет на мины, посмотрите на него. Так, может меня убить. Я должен на свой танк успеть. Слышишь, ты меня не видишь же, да? Оп, и все. И ты еще будешь готов. Я говорю, ты будешь готов сейчас. Так, почему он не взрывается на минах, я не понимаю. Лоб в лоб, лобовое столкновение, я его уничтожил, и меня обстреливают. Я должен ориентироваться, потому что парень... А, тут еще с базукой пришел один. Его завалил, например. Но я сдерживаю позицию до поры до времени. Но из гаубицы летит уже, мне тут, то есть, нельзя тусоваться. Интересно, смогу ли я танк зачинить? Я попытаюсь. Понимаю, что мины... И как прорваться через этот ПАК-40, тоже не ясно. То есть мне надо как-то башню развести и... Потому что... Ну сейчас мне прилетит, но танк в принципе еще держит. Пытаюсь прорвать. Дал туда разочек. Еще разочек. Промахнулся. Он из двух стреляют, да? По одной попал, но не убил. Супостата Овенса. Стреляю, взорвал Овенса. Второго. Стреляю, не завалил. Завалил. Кто-то по мне стреляет. Отступаю. Ты еще выжил? Это карта. Небольшая победа. Это было эпично просто, ребята. Шикарная серия. В следующем увидимся. Battlefield за Картмана.